Приветствуем вас, дорогие друзья, на нашем канале. Сегодня мы с Василисой для вас подготовили еще один обзор новинок слаймов. Вот эти слаймы мы будем сегодня тестировать. И Василиса мне будет сегодня помогать, потому что она оценивает слаймы по запаху. Итак, приступим. Начнем с бриллианта нашей коллекции. Вот такого слайма. У него единственная вот здесь этикетка, но он очень красивый, бриллиантовой формы. Сам он фиолетовый, наверное, или розовый, с блестками, битым стеклом. Прозрачный. Чем пахнет, Вась? Пахнет гуашью. Почему-то не все гуаши почти пахнут. Ты еще туда зуб свой ставь. До дна достаю. Упаковка маленькая. Вынимается по кусочкам. Плохой признак. Сама упаковка, в принципе, удобная. А вот слайм посмотрим. Василиса, ты куда? Василиса натестировалась и покинула нас. Слайм кликает. Мне кажется, он будет жесткий. Да, слайм жесткий, крошится, не растягивается. А я, как всегда, ищу идеальный слайм антистресс. Это не слайм, это наоборот стресс. Вот что такому слайму можно поставить. Его плюс — это упаковка и то, что он не липнет к рукам. Все, больше плюсов нет. Кроме двойки поставить ему ничего не могу. Следующий слайм вот такой малюсенький зайчик. Да, думаю, для чего такие маленькие слаймы? Скажите мне, напишите в комментарии, для чего такая маленькая упаковка? Но зато милый зайчик. Нравится? Ставь лайк. Упаковка не очень герметичная. Сам слайм прозрачный, не жидкий. Слайм, к сожалению, подсох, особенно по краям. Им очень жесткие края. Сам слайм. В общем, никакой слайм. Ему место в помойке, извините. Играть им невозможно. Это 1 из 5 или 0 из 5. Ужасный слайм. Следующий слайм вот такой, двухцветный. Весь блестит, переливается. Единственная надпись — это вот здесь. Больше ничего нет, никакой информации. Слайм не жидкий.
Вот такой слайм. Блестит, переливается. Пахнет вполне хорошо. Не липнет к рукам, но тоже рвется сразу же. Было бы интересное сочетание, но его даже невозможно растянуть. Он рвется. И кликать он не кликает, потому что даже мои ногти там застревают. Оценка тоже 1 или 2 из 5. Следующий слайм вот такой, тоже двухцветный. Здесь у нас прозрачный, здесь у нас фиолетовый с какими-то звездочками внутри. Этикета, кроме вот этой, тоже нет никакой информации. Упаковка, знаю, уже плохая. Слайм не жидкий. Слайм я вынула весь. Упаковка пустая. Здесь слайм выглядит очень красиво. Кликает. Но я чувствую, что он жесткий. Слайм растягивается. Здесь он даже прозрачный. Приятный на ощупь. Немножко жесткий. Идеальным слаймом он не является. Растягивается плохо. Все-таки он жесткий. И рвется. Моя оценка его тоже не больше 2, к сожалению. Как антистресс это неудобно. Если только вы хотите накачать руки, он подходит. И последний слайм на сегодня. Вот такой двухцветный. Желтый и фиолетовый. Почему выбор двух этих цветов, не знаю. Может быть, вы знаете. Может быть, если их смешать, будет прекраснейший цвет. Посмотрим. Упаковка не очень удобная. Скорее всего, здесь все высохло. Я так и думала. Когда слаймы не герметичные, они высыхают. Он прозрачный, красивый, желтый. Если бы он был еще и мягкий, ему бы цены не было. Но вот здесь подсохшие элементы, где касалось упаковки. Он прозрачный, не липнет к рукам, тянется. Не хватает ему чуть-чуть быть мягче. А так он прелесть. Тоже прозрачный. А вот это мягкий. Видно, здесь плохо было прикрыто. А здесь герметичный, потому что очень мягенький слаймик. Прозрачный, растягивается. Пахнет не гуашью, но тоже как-то подозрительно. Ну, раз они
В одной упаковке надо их смешать. Какой цвет получится? Они, похоже, не смешиваются. То есть фиолетовый цвет потерялся на фоне желтого. И все стало грязно-желтым. Какое безобразие. Общий слайм стал чуть-чуть мягче. Но это далеко не идеальный слайм. Такая упаковка является убийственно для слаймов. Не советую упаковку такую. Да и слайм тоже. Он получился грязного, непонятного цвета. К сожалению, на этой не очень оптимистичной ноте я вынуждена закончить обзор новых слаймов. Пишите комментарии. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Я вас жду каждый понедельник и четверг. А на этом все. Пока-пока.